hafta ona başkardınız? Kural ettin de? Nege takmay kaldınız? Unutup aldınız bu bari. Salmaz mı? Bırakmasa benim kaçırmaz mı? Düşünürüz. Gelin sana buna, yolun boyuna turk altında çetirak ötü olalı. Ben adım Ramazan, Dumak telekanalına gelin sizin takvimlerinizi tekşergen geçeyim. Ben sizce bana yol bilgilerini görgözüp durayım. Kız bu? Kulkan'da yol belgesi. Taş? Taş, şimdi ne düşünürüz? Ne etiyat bulun, ne etiyat bulgular, taş var. Kanday taş vardı. Emi de şey bin be. Oşonda emnen aytodat bul. Belge. Etiyat bolup aydaş. Etiyat bolgula şagılдын ырышы мүмкүн да, таш ырышы мүмкүн. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 1-2-3 жыл. 3 жылдык ба? Окуп алдыңыз беле же? Окуп алгам. Окуп алгам. Окуп алса, келиңиз. Бул эмнени түшүндүрөт? Жол түгөн суу бар. Жакында отасыз. Жакында отасыз да көпүрө. Жок, жок, жок. Сиз жакында отасыз. Эмнеге? Суу. Недек? Эмнени эскерти отат? Суу. Этият болду. Жээкке чыгуучу жол дегенди эскерти отат. Ага, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Абдул Рамазан, Тубак телеканалынын басмасында четирак өтүп алайын. Мына сиздин документтериңизди текшергенгече мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайын. Мында чекке туруңуз. Келиңиз. Бул кандай белги? Неме? Светофор. Баягы. Эмне деп атат? Эскерти атат, а? А, светофор эскерти атат, что? Светофор менен жөнгө салуу деген. Канча жылдык стажыңыз бар? Гай. Стаж билбейм. Көп болду. Канча? Отуп алдыңыз беле же сатып алдыңыз? Мынау отуп алдыңыз беле же сатып алдыңыз беле? Окуп алгам. Окуп алгансыз бы? Кайсы жерде окудуңуз? Немеде? Югостокто. Югостокто? Келиңиз. Бул? Бул эскертүү баягы односторонний встречный багында. Эмнени эскертип атат? Встречный аба немени да? Эки тараптуу жол деген. Эки тараптуу жол эми а. Бул мотоцикл запрещен. Запрещен азаматсызбы? Бул баягы обочина эскертип атат да жол ремонт таш атат деген. Таш ырылып кетиши мүмкүн деген эскертип атат да? Бул? Бул уже баягындай неме болсо керек обочина. Эмне дейт эле? Сай. Жээкке чыгуучу жол а? Эми ошондой да. Жээкке чыгуучу жол. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Светофор. Эмнени эскертип атат ошондо бул? Негизи знак кандай белги? Стоп. Эскертип атат, а? Эскертүүчү. Бул жана. Бул гаинин эмеси да. Эмнени түшүндүрөт бул белги? Пост ба. Гаи бар деген, а, пост. Бул? Бул запрещен. Да? Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 5 жыл. 5 жыл окуп алдыңыз беле же окуп алгансыз, а? Азаматсыз. Бул? Бул неме да? Односторонний запрещен. Эки тараптуу. Эки тарап. Эки тараптуу кыймылга эмне экен? Запрещен. Запрещен эмес. Эскертип атат, а? А, эскертип. Эки тараптуу кыймыл дегенди эскертип атат. Бул чага. Бул мотоцикл. Ага. Эмнени түшүндүрөт бул белги? Азыр мен шашылдым. Ушуга жооп берип коюңуз ага. Болду шашылып атам мен азыр. Билбейм бул. Ага мен жардам берем сиз башта ойлой койсоңуз. Билбейм дедим го. Тегеректер эмне экен? Круговой. Жок жок жана айтып аттыңыз го. Биринчи айтып атканыңызды айтсаңыз. Запрещен. Запрещен. Эмнеге запрещен экен? Мотоциклге. Жүргөнгө мүмкүн эмес экен мына. Билет кесип ага. Помог.
Для меня моложе, старый не смотрят. Нет, вообще не говорю, я ничего не говорю. Ну, просто вы ремонт безопасности или где-то вот это. Я старший инспектор ОБДД, подполковник милиции подписал. Вы извините. Ветеран Курниковской биты, я писал Денич Насыров. Очень приятно. Вы нарушаете. Я знаю. Кодекс о нарушении 121 статья. Я знаю, командир. Я знаю. Я просто отсюда выехал, да. Я понимаю. Но для этих ветеранов можно, да, один раз. Покажите документы. Извините, пожалуйста. Свидетель за регистрацию. Есть. Кандай ветеран кем? Проверьте, если что. Искать переходить, скорее. А с документами говорим, что? Сейчас у меня давление поднялось. Я поругался с этим. Видите, вас снимают, сигареты нельзя же. Сейчас урожок тем более. Это ваше право, но... Ну, урозок, можно материть людей? А ну скажите, а меня обматерили. Что тебе сделать? Что? А? Как вы обосновали? Чем обматерили? Необоснованно, да? Необоснованно. А? Необоснованно, да? Кого? Чего необоснованно? Вы не пришли, как ремень безопасности? Да, при чем здесь ты? Я говорю, другие говорю. Я тебе ничего не говорю. А, мне не говорите? А, нет. Вы, ну, у говорю? Нас идет этот, видите, вот рейтинг. Я понял. Давай на знак я отвечу, да? Ага. И уеду, да? Все? Конечно, конечно. Да. Это перекрыточное регулирование светофора. Правильно. Выхода. Это, говорю, постоянный пост этого, ГАИ. Ага. Стационарный. Отлично. Это, говорю, встречное движение при... Это, после, говорю, это, после одностороннего движения уже ставит знак, что встречники идут там. Ага. Еріңіз, документтеріңіз текшерілген кеме сізге мамай жол беріп келеді, жүргізіп тұрайын. Бұл самолеттің жапсыз ұшышы, осы ескертті. Бұл парковка, парковкалар. Ақчалы ұшы парковка. Бұл жамбаштан соққан шамал. Капталдан соққан шамал. Бұл бүт барын YouTube-тан көрген екесі. Еріңіз, бұл? Бұл светофордың белгілері. Неменен ескерті отады? Ошол этет болор ошо кызыл жанган болсо, светофор бар, а? Да, светофор бар деген белгиси да. Болчу. Бул ГАИ бар бул жерде деген белги. Бул. Бул мындай бири-бирине карама-каршы өтсө, эки тарап эмесе эскертүүсү да бул. Эки тарап бар экен эскертүү. Бул мотоцикл жүрүүгө болбойт. Эмне эң туура? Бул жерде суу чачыранды болот. Балон Biraz anlaşılmaz. Bu eskertiyor da, eskertiyor da. Emine eskertiyor da. Suyun çaçırandı sonuç gerek. Kölçü koltuğun cemler mi? Kölçü. Asfalt demez. Aa bak şakıl taşların uçuyorsa. Taşların uçuyorsa. Peşikotunda bir nemesi var. Ballar. Ballar, cügürük çoğu mümkün degen. Балдарды ташыйт турган автоунаалар жабыштырылат деген болсон. Жол белгилери болсо, мисалы артына кетип алсаңыз, акырын айдап токтошуңуз керек болот. Анткени балдар эмне экен? Балдан ташыйтырган, Бул? Бул главный. Главный жол, да? Бул эмнеси экен? Кошумча? Кошумча немеси? Көрсөтмөсү. Көрсөтмөсү, да? Белгиси. Бул уступи? Билбейм, сиз билесиз, да? Уступи дорога. Уступи дорога. Азамас. Билет экенсиз, бирок көпчүлүгүн эсиңизден чыгарып койсуз, колдон келсе. Жок, мен эле баштан окуп эске салып. Жок, дале болушкун, бирок немеде азыр кичине иштер болуп коюшу. Неме болуп калды? Шашылып калдыңыз. Шашылып калдым, бирок күтүп атып эле. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн коопсуздук курулуп таап жүрүңүз, макулбу? Болду. Так жок. Проблема движения. То есть уже может налево, направо ехать. Правильно. Это уже это обгон, запрещение обгона уже снимается, можешь обгонять уже. Uh-huh. Конец? Конец. Конец. Это, говорю, это велосипеда дорожка. Для велосипеда. Uh-huh. Так, это, говорю, стоянка запрещена. То есть, говорю, может, эвакуирую. Uh-huh. Предупреждаю. Молодец. Дальше. Uh-huh. Это, говорю, это неравнозначный перекресток. То есть ты едешь по воду, может быть, например, со второстепенной дорогой. Второстепенной дорогой. Да. А это осторожно, дети. Осторожно, дети. Да. Это около школы, около детских садов. И где детей много, да? Чтобы... И на транспортные средства. И на транспортные средства. При перевозке детей. Да. Угу. Все. Это главная дорога. Это направление главной дороги. То есть ставят главную дорогу и показывают тебе. Значит, направо едешь, налево едешь, это главная дорога, а туда-сюда это второстепенная дорога. Mm. Все. И это, говорю, уступи дорогу. То есть, uh-huh.
дир главный дорога ебалась. Все? Все. Эти давайте дать. Нет, правила я знаю. Очень шустрый человек. Азамат, Абджол. Молодец. Вы сегодня экзамен сдали. Я вам, как говорится, предупреждение. Да, спасибо. Не надо пристегнуть ремень безопасности. Командир, я говорю, я думал, бля, там ситуация такая, молчи. Счастливо вам. Счастливо, не пусто, ладно. Спасибо.